Если вы не так уж боитесь Кощея или Бармалея и Бабу-Ягу, приходите в гости к нам поскорее, там, где зеленый дуб на берегу. Там гуляет черный котище ученый, пьет он молоко и не ловит мышей. Это настоящий кот говорящий, а на цепи сидит Горыныч змей. Приходите в гости к нам, поскорей приходите в гости к нам. Кот про все расскажет вам, потому что он видел все сам. Ах, как тихо и темно, ах, как чудно и чудно, ах, как страшно и смешно, зато в конце все будет хорошо. Знаешь много волшебных историй, тебе и репка, и ключ золотой. Тут и Черномор, тот самый, который зря всех пугал своей бородой. А в конце концов всему свету на диво, после приключений, сражений и драк, станешь ты веселым, как Буратино, и очень умным, как Иван. Потому что он видел все сам. Ах, как тихо и темно, ах, как чудно и чудно, ах, как страшно и смешно, зато в конце все будет хорошо. Ах, как страшно и смешно,